Физкульт, привет, друзья! С вами Muscle Shop, я Сергей. И сегодня на обзоре детская шведская стенка от торговой марки Ladas. Что же это за снаряд такой? Этот тренажер предназначен в основном для детей, а также для их родителей. Частично. Почему? Потому что она изготовлена из стального профиля размером 40 на 40 мм. Имеет прочное порошковое покрытие. Толщина стенки металла здесь 2 мм, в отличие от многих конкурентов, что позволяет заниматься на ней не только детям, но и взрослым с весом до 120 кг. Здесь имеется турник. Вот он. Он не съемный, но его можно переставить ниже на 10 сантиметров. Тут три отверстия, соответственно, его можно немножко регулировать. Это зависит от высоты вашей комнаты, куда вы будете устанавливать, то есть чтобы у вас от потолка оставалось расстояние. Вы его можете либо выше повесить, либо ниже. Высота самой шведской стенки 2,32. Это вот высота до края профиля вот этого стального. Регулируется она, также ставится, она, кстати, крепится не только в распор по потолок, но и к стене. Имеется 4 кронштейна. Кронштейны в комплекте, их 4 штуки, по 2 отверстия на каждом из них. То есть всего, если вы планируете закрепить к стене ее, вам нужно купить 8 анкерных болтов диаметром 10 мм. Ну и длиной уже зависит от того, какая у вас стена. Если кирпич, то возьмите хотя бы миллиметров 60. 50-60 миллиметров длиной. Этого будет вполне достаточно. Если же у вас нет возможности закрепить к стене ее, то есть, к примеру, гипсокартон стена, либо там ракушняк, либо газобетон, то вы можете распереть ее пол потолок. Но опять же, если у вас не зашит потолок ничем, а у вас прочное перекрытие, то есть это либо плита, либо деревянное перекрытие, но прочное, крепкое, тогда вы не крепите ее к стене, а распорками, ну, вверху вы выставляете вот это расстояние до потолка, оставляете примерно 5-7 сантиметров, там есть отверстие на вот этих вот штангах выдвижных, а снизу вы уже раскручиваете ее, как домкратом, получается, распираете ее до жесткой фиксации. Диапазон регулировки в распор 2,45-2,85 метра. В комплекте к этой шведской стенке есть веревочная лесенка деревянная, есть канат и также есть колечки, которые сейчас проданы. Поступления ожидаются скоро. Кольца гимнастические, пластиковые. Все вот это детское навесное оборудование рассчитано на вес до 60 кг. Именно детское навесное. Сама металлоконструкция, как я уже сказал, рассчитана на вес 120 кг. Здесь имеется 7 ступенек. Расположены они на расстоянии 28 сантиметров между собой. Это не просто пластик. Здесь внутри стальная труба, сверху одета пластиковая оболочка для того, чтобы не царапать краску. Ну и выглядело более эстетично. Разноцветный пластик, более так по-детски она смотрится интересно. Ко всем шведским стенкам, которые имеют вот такие канаты, на нашем сайте предусмотрено в подарок качель-тарелка. То есть, если вы покупаете шведскую стенку у нас, то у вас такой диск качеля. Одеваете его, завязали угол, узел, и ребенок катается как на качельке. Это будет в подарок. Ко всем остальным шведским стенкам, взрослым, передвижным и не только, у нас подарок идет эспандер кистевой с регулировкой нагрузки. Эта шведская стенка изготавливается на заводе. Завод располагается в городе Днепр.
есть заключение санстанции о том, что это изделие безопасно для здоровья. Поэтому это, наверное, одна из тоже самых ходовых моделей шведских стенок. Есть также модель, которая с брусьями и скамьей. Она уже рассчитана для обширного функционала, использования взрослыми. Не только детское навесное будет, но и брусья, скамья. Это есть обзор в нашем ролике. Ссылочка будет тоже в описании. Модель называется Odyssey, она более интересная, у нее съемный турник. Вот, ну а если вы хотите именно ребенку шведскую стенку и надо сами подтянуться, то вот, пожалуйста, модель Kinder. Спокойно себя хорошо зарекомендовала, спокойно можете брать эту позицию. Ну, на этом все. Ознакомиться со всем ассортиментом шведских стенок, которые есть на нашем сайте, можете перейти по ссылочке в описании. Там есть все цены, наличие актуально. Если вы занимаетесь спортом, у нас открылся дополнительный раздел «Спортивное питание» на сайте. Тоже можете перейти и заказать для себя нужную вам продукцию. На этом видео заканчивается. Надеюсь, было полезен. Если есть какие-то замечания, пожелания, комментарии, всех жду внизу в комментариях. До новых встреч. Пока-пока.